Мне когда операцию сделали на спиной позвоночник и сняли повязку буквально через пару дней, и я стала натирать, мазать малолойкой, да, и потом, когда швы через 10 дней снимаются, по-моему, стали снимать, и он такой говорит: врач, это очень хорошо заживает. И я про себя думаю: да, если бы ты знал, чем я натираю. Нашим чудо по малолоечкой, да? Чудо какое-то этот. И если я сверяю, да, результат после первой операции, когда я этого не делала, когда я еще не знала, то, конечно, здесь очень большой результат был. Во-первых, шов не стал в толщину расти, остался тоненьким, как врач его прооперировал. Вот эта опухоль это быстро спала, и все, он стал тоненьким. Вот. И он меня не мучил, абсолютно не мучает до сих пор. Уже столько прошло. В 2018 была вторая операция, и сейчас у нас 2022. И вот он ни раз меня не мучил. А когда первый раз меня прооперировали, это ужасно что-то было. Господи, как он тянул и влево, и вправо, и как будто его выворачивали. А здесь за счет нашей малолоечки он этот вообще не болел и не тянул абсолютно ничего. Это действительно чудо состав. Благодаря, это вообще надо отблагодарить настолько, что даже благодарности не хватит. И я тоже уже на Кавказ отправляла, постоянно как посылочку отправляю, меня постоянно оттуда спрашивают, чтобы я хотя бы бутылочки 2-3 прислала. Я его тоже ложу в посылочку и отправляю. И они его там тоже берегут, только вот для ранок берегут, или там, когда кашляют, ножки, подошву натирают и ложатся спать. Это очень полезно. Тоже делают, если заболеют, грудь натирают, ножки натирают и ложатся спать. Мне малолойка нужна, вы тут же мне высылаете ее, и приятно видеть все эти видео, что вы выставляете, что вы для этого время берете. Спасибо вам большое.